Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И и его, конечно же, помощница. Настя, привет, ребят. Сегодня мы, короче, продолжаем прохождение Silent Hill 4, комната. Да, и мы не забываем ставить дюба, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы пока наших новых видео. И вступаем в группу ВКонтакте ПК-59 и наши 90. Стопудово. Ну, мы, собственно говоря, продолжаем. Да, мы продолжаем. Сегодня мы идем повторно в... Мир леса? Да. Нет. Какой мир леса? Называется мир леса. Ну, мы идем, по идее... Я сейчас запою. Мы идем. Сейчас пою, ребят. Этот мерзкий дом желаний, детской боли и страданий, страшных пыток, наказаний. Мне они кричат: Волтер, ты псих. Нет, на самом деле называется мир леса, но так мы знаем по первым прохождениям нашим, точнее, второму прохождению, называется дом желаний. По какому второму прохождению? Мы сейчас только второй раз идем. Вторая запись была, мы проходили Дом Желаний. А, вторая запись была? А, но... Да. Второй мир, в общем, наш, это мир леса, Дом Желаний, как можно его еще назвать. Да. Мы всегда же гуляем не одни, ну, в том мире. Угу. Нашли себе подружку. Да. Подружку. Кстати, ребят, по ходу дела я чуть позже, когда видео буду монтировать, валью эту песню. Я же сказал, что буду добавлять песни в видосы наши. В следующем видео тоже обязательно будет песня. В общем, смотрите и слушайте. Да. А мы полезли. А мы как обычно. По дыркам. Алин, пошли по дыркам полазим. Что-то такая у меня искалеченная, это опять курица где-то там. Она, наверное, с кем-нибудь игралась. Пока короче, ребят, Айлин вообще нельзя оставлять одну. Эта курица нарывается, не знаю, на всех. Ее можно оставить в безопасном месте. Да. А так она кое-что вот на кого-нибудь... Нам нельзя, чтобы она была сильно искирачена, это вы поймете в конце игры. О, кстати, смотрите. Тут нам... Что это за место? Смотрите, какие лифты катаются. Хм. Ну, короче, Айлин можно... Мы сможем ее подлечить, но это тоже еще далеко до этого момента. Я еще... Нет, конечно, могу и сейчас, но... Не а хочу. Кстати, много интересного узнать. Помните то, что мы не могли прочитать? Казалось, что только Айлин может прочитать. Да. Че, ничего не хочешь читать? О! Какие мухи. Мухи. Какая она? Куда малый писал, блин? Алин. Да, Алин, бей ты их. Ты видела, когда бьет? Так эти там козлы улетели туда, я не могу их достать. Вон, иди, читай. Я могу почитать, это похоже на какой-то дневник. Так, 2 октября. Я играла с Бобом, было весело, но я слишком далеко ушел, и он разозлился. Тут тоже что-то написано. Иди сюда. Алин, блин. Блять, Айлин! Бесишь! Третья в тебя.
И снова играл с Бумом. В этот раз я зашел дальше, даже дальше. После этих снов все стерто. Поиграл он тут с Бумом. Беда. Эй, смотрите, огонь-то двигается. Смотри, Голя. Огонечек. Факел мы взяли. О, кажется, я знаю, что сейчас начнется. Надо его зажечь. Просто факел. Но сейчас кто и кто зашел, дверь, ты слышишь, хлопнула? Угу. Нам надо побыстрее свалить от того, кто зашел сюда. Но он идет за нами. Вау, да я не буду читать. Тут вон. Кизлина за нами ходит. Ну, что-то мне кажется. Ого. Ах, ты ж, блядь. Псины сраные. Вот кто за нами, видите, бегает. Ну, да, конечно же, моя курица осталась там. Она с ним сейчас еще драться будет, походу. Ай, блядь. Ну, что ты там встала-то, блядь, мудик. Как меня бесит эта тупая Алин. Вот куда ты их пиздить-то полезла? Вот, ну, Алин, ну тут не дура ли, а? Вот, ненавижу баб в игре, они настолько тупые. Боты их делают. Вспомни даже то же самое, Resident Evil 5. Да, Шева. Ох, блядь, что там. Чара. Пидр гребаный, Уолтер ебучий. Уолтер, ты псих. Пизди Уолтера. Сука, мразота. Давай мы просто от него уйдем. Да от него уходи, он будет преследовать тебя по жизни, сука. Скотина, блин, гондон. Подлец, хизан. Как он может быть? Какой же он подлец? Дали бы лучше мне фунфырь. А что, у тебя нет с собой, что ли? Есть, но мне мало. Я алкаш знатный. Ты нажрался, пока. Итак, 15 октября. Бог еще, что-то сказал, что случилось, это точно. Больше я не могу почитать. О, мы сейчас ей достанем крутую вещь. Давай достанем крутую вещь. Вот то, что ей чем нормально будет уже биться. А я даже знаю, что это такое. Должно посмотреть, чё? Игрушки. А? Здесь цепь. Ё, цепь. Да, ё, цепь. Сука. Теперь она будет у меня вообще херачить. Вот этот мерзкий дом желаний. Что-то есть здесь, но тут ничего, я чувствую, что-то из колодца. Чего-то так не хватает. Чего-то не хватает. А, началось, Джаспер. Ну, мы знаем, кто такой Джаспер. Да. Знаем. Кто же это? Чем? На стену он нам напомнит. Да? Это вот то существо, которое, да? Нет. Нет? Это которому мы дали шоколадное молоко? Да. Ребят, если следите, пожалуйста, тоже вот внимательно за игрой. Если мы что-то проходим, давайте постараться запоминать. Это вот некоторые таких я не понимаю людей, которые смотрят книгу и видят что-то там. Видят не то, что дата. О. Сами за себя говорим, да, некоторые люди? Мы не будем говорить, кто это именно. Кто-то зайца стоит. Как бы всё в порядке. Так, мне надо дырку спать. Дырку? Как говорите, будто я куда дырку спать хочу. А я дырку. Ну, мне надо выложить место. Например, вот её. Шайтан штука. Ой, такая прям шайтан, я не знаю. Ну, имеется в виду палочка или которая намахает. Плёточка. Есть кто живой? Так спокойно окружает. О, я слышу, кто Иса. Есть.
Какая записка, подожди. Вот. И мы откроем холодильник, мы увидим мертвую кошку. Какая гадость. Ну, идем отсюда подальше. Чтоб меня не пришли. Надеюсь, она не сильный призрак. То бывает, есть сильные призраки. Нет, у нас лишь бутылка какая-то. Да. На бутылке из-под вина. Которая с самого начала игры лежит. Он испортился. Моя теория в том, что Уолтер не умирал в тюрьме. Может, кто-то другой совершил самоубийство. Или же человек, которого арестовала полиция, не был настоящим Уолтером Салливаном. Я не могу расследовать то, что на самом деле произошло в тюрьме, но в любом случае Уолтер там не умер. Мужчина в плаще, который объявился здесь, был настоящим Уолтером. 7 лет назад он сделал что-то в этом доме. Я уверен, что есть связь между этим и ненормальными вещами, которые тут творились. Еще чуть-чуть, и я разгадаю все. Может, я даже узнаю, что настоящий Уолтер где-то неподалеку. 18 июля. Вот, ребят, мы еще избавились от одного призрака в нашей квартире. Да, бедная Кейса, он так неприятно. Бывает. Кому Кисе неприятно будет? Нет, нам бывает неприятно. Ну как, ну кому приятно будет видеть мертвую кошку, ну? Это не только был хлыст, а как. Да, у меня много серебряных. У меня игра сглючила, как помните, да? Уверен, что тот пистолет взял? Пистолет, а не револьвер. Я запомнил. А он где? Чтоб там было проще этого хмыря-то завалить. Который, ну все понял. Джаспера. Да, его самого. Мы же как ребята знаем теперь, тех, кто были жертвами, стали призраками. Мы помним нашу драгоценную Синтию. Да, драгоценную. Нашу секси Синтию. Хотя я Линда вот тут секси. Видок-то у нее неплохой. Ты же сам ее так одел. О, бля, детки. Детки. Куда? Давай сейчас Синтия пойдет. Синтия, я сказал, бить ты. Да, Линда-то. А не Синтия. Фу. Да. Она тупит. Меня такие макары могут завалить. Леса Сайлент Хилла. Да, извиняюсь. Не успела прочитать. Дыхалки не хватило. Дыхалки? Да мы там что-то жуемся. Не, мне дыхалки не хватило. Немножко. Надо обращать на все внимание, где-то бывает в таких вот местностях лежат фунфырики иногда. Просто так лежат? Иди тебе делать. Нет, ну здесь фунфырика нет. Во, фунфырик, вот. А говоришь, нету. Ой. Я же говорю. Невнимательно. Это я невнимательно, я же пробежал, вот видишь, все, нашел. Так, блин. Мне самые приятные звуки. Все, косите себе. Вообще неприятные. Ой, не надо пули мне для пистолета. Ну, кстати, надо пистолет зарядить. Да ты... Вот. Что, нельзя? Вот так он не может, да? Вот не, только... не может. Только ему надо самому заряжать. Да. Он же не умеет по-другому. Ты что, не знал, что ли? Так, Кирка лежит. Каждый раз, когда я смотрю на нее, мне становится жутко. Взять Кирку. Не. Она тоже мощное оружие, как и топор, но махаться топор нам удобней. Там, смотри, чьи-то ноги висят. Да.
там ну что-то только ноги. Так, Нестино, пожалуйста, прожуйтесь, а потом Я говорите. думаю, там не только ноги, там, наверное, что-то еще. Если вы хотели покушать, вы могли бы раньше сказать. Да я не кушаю. А чё ты жуёшь это всё? Да не жую сейчас даже совсем. Чё, это не будет читать? Здесь тоже странные надписи. Айлин! Ты... Она не будет читать. Не читай. Чё втыкаешь ты, дура? Вам еще за двоих переводить. Ты Уолтер Салливан? Так все меня называют, но на самом деле у меня нет имени. Как и дома. Но как насчет мамы и папы? Да, но я их никогда не видел. Они ушли в South Ashford Heights сразу после моего рождения. Но скоро я смогу увидеть маму. Ты знаешь, где она сейчас? Да, конечно, прямо там, где я родился. Многие люди пытаются остановить меня, но теперь все в порядке. В Писании говорится, что я буду с ней. Мне надо спешить. Мама ждет. Бедный ребенок. Брось ребенка после рождения. Жутко. Да я хоть его глаза тут нормально разглядел. Медальон взяли. Ну вот я говорю, глаза хоть нормально у него разглядел. А то я это раньше как-то в качестве 640 на 480 не успевал. О. Это 10 февраля. Я снова ехал в Эшфилд. Эшфилд. Снова я что-то мамочку. Что-то написать, но это я не могу прочитать это на. Итак, 28 октября. Мне нужно сесть на поезд или что-нибудь, чтобы попасть в Эшфилд. Все говорят, что Эшфилд страшное место, но я действительно хочу увидеть маму. Ну, сейчас это прочитаешь. Это 1 октября. В воскресенье я уйду из камеры, чтобы читать книгу. Я читал очень хорошо сегодня. Если я смогу хорошо сделать первое причастие схождения Святой Матери, я смогу убить свою мать. Каждая дама сказала, что мне это, но завтра я снова иду в круглую камеру. Огонь таки летает. Это баги, наверное, вот этих вот качества разрешения. Возможно. Потому что стандартно ничего такого. О, призраки пошли. Ой, идите нахрен. Ой, братва. Ой, колхозник, как бесит. Колхозник, да. Ну где она-то опять у нас? Мадам наша. Она же... Нет, с вами. Мадам-то любит у нас куда-нибудь подеваться. Ну никуда не будет, она просто обычно встречается с кем-нибудь. Да, ей надо с кем-нибудь повстречаться. По зубасику моей своей цепи. Я тебя наказать. Да. Бежит, звенит там. Не, все равно песня в башке играет. Ну, ребят, ничего, у вас тоже потом на башке заиграет. И добавлю, как и сказал вам. Обработки. Видео. Угу. При монтаже ее включу тут. Ой. Эти страшные. А, вот мы что бывало за решетками видели. Вот это вот. Мы когда, кстати, спускаемся в другой мир, мы видим часть его. Да. На самом деле это очень увлекательно. Когда мы по кольцевой этой лестнице идем вниз,
Ну, не лестница, а так. Как это назвать, даже не знаю. О, походу дела, у нас сейчас встреча будет. Да. Вот так вот, как быстро-то. Очень быстро, да. Да, не то, что помню, без мечей его. Без этих бессеребряных пульток. Как я его топором рубил, он меня поджигал. Я его бью, он все равно это задевает огнем. Ой, свечи тут летают. А тут тогда же, кстати, ведь. Кстати, ведь когда мы первый раз проходили, свечи тут так не летали. Это, видать, из-за глюка, когда я систему уже переустановил. Да, может быть, все возможно. Потому что нарушения произошли какие-то. Ну, ладно, все равно, да пройдем уже. Частично некоторые это начало двигаться. Ну, главное, от одного призрака мы избавились еще. Да. Еще один призрак. Опять наши мушки. Отправился мышки. В мир иной. Ничего не отправился в мир иной. Мы просто мечом повиновения. Короче, пригвозили. Мы упокоили его. Да. В земле. Иди читай. Итак, 1 октября. Он сказал мне, что я могу писать все, что хочу, потому что никто никогда не нравится писать. Мой учитель научил меня. Ну и стены. Да. Сейчас опять эти заукали, полетели. Ну куда ты пошла их бить-то? Айлин, блин! Ну... Ну... Так-то, блин! Вот они боты, а! Человек. Колхозник. Там еще лезет один. Гадкий. Червяк гадкий? Или колхозник? Нет. Я сказала про червяка, он гадкий. Про колхозника? Колхозник тоже гадкий. Поверишь, что здесь есть название. Но. Обезьянки. Она вернулась, моя-то? Не, она заблудилась опять. О, бля. Так. Ладно. Этого мы прибьем, а ту я не буду. Тех я толпу не буду валить. Да куда ты прыгаешь? Вот правильно. У меня цепь бьет так же, как и мой топор. Кстати, да, урон прикольно. Такой же. Урон такой же. Свечка. Вот тогда всего насобирали мы уже. Это хорошо. Не поверишь. This is good. Да. Ну, читай. Айлин, блин! Да куда чихаешь-то? Айлин, тебя подпихивать что ли надо?
Видишь, я не могу это прочитать. Она тупо не хочет. Алина, это. Итак, 5 октября. I got hit again. Мне бросили, били. Снова били. Я ничего не делала. Он умер. Here goes. 4 октября. October 4th. My cheek hurts. У меня щека болит. Я его ненавижу. Давай, давай, Алин. Давай. Дай на стену почитать. О. Итак, 6 октября. Завтра в часовне изучение книги. Если я не смогу читать хорошо, со мной поступят как с Джоном. Я очень боюсь. Я успеваю тут за Нести читать. Нести? Да. У тебя экран маленький? Он не может нести больше. Скажи мне, пожалуйста. Я сделал большой экран. Ну ты думал, то, что ты в скайпе ты сделал уже это? Ну да, она через скайп смотрит, как я прохожу. Чтоб, видимо, потому что по-другому мы не можем это сделать. Чтобы мы проходили это вместе. Ну, мы закомментировали вместе. Да. О. Куча обезьян. А может, просто не пробежим их? А я что, я делаю? Нафиг мне их. Арин, догоняй меня. Так, тут гопники летают. А ты это не гопники. Смотри, какой колхозник. Вот что, он не гопник, вот чистый гопник. А этот он, который в квартиру вечно хочет мне вломиться в хату. Просто может, он хочет тебя обчистить. Я говорю, гопник же. Ну, они, короче, нехорошие штуки. Ну, он лезут сюда. Лазили. Черт у вас всех. Давай, Элин, давай. Сейчас нам один пригвозденный будет у нас. Тут что, серебряная пуля ведь лежит? Да, это серебряная пуля лежит. Но у меня их 60 штук. Поэтому она мне не пригодится. А мы сюда вернемся еще вообще в это место? Нет. А че? А то могли выполнить задание и вернуться туда за пулю. Так у меня и так видела, сколько пульта. Ну ладно. Раз ты говоришь, что нам это не надо, то ладно. Да, кстати, здесь-то мы не достали ничего, по-моему. Поселка. Нету. Так. Так, сначала я скажу сейчас. Отдам запчасти. Ну, Алин пускай там потусуется. Мы без нее быстрее доберемся до нужного места. Сейчас ему отдам еще часть запчастей его. А в ногу? А в руку? Вот осталась левая рука, левая нога. Да. Нам все отдали. Ага. Дети? Вот как я услышал. Да ты умница. Да, ребят, ставьте лайк, у нас тут умница. Так. Это он видит и слышит и знает. Ну так чувствую же этот. Как сказать-то. Топанье это ихнее. Ну да. Просто звуки уже слышишь. И уже реагируешь, да. Какой монстр на тебя движется. Та же, как и ребят в Resident Evil. Все то же самое. Ориентируемся по звукам. Угу.
Да. Левую руку. Вот мы взяли еще. Осталось только ногу найти. Угу. Ну, мы сейчас в последнее место идем, последнее место. Мушки полетели. Ну как, чё она пытается так добивать? Я прикалываюсь, может так махаться. Я думаю, тут почитать можно. Деревья перебинтованные. Нормально. Деревья лечили. Да, деревья постоянно херечат. Ох ты же, блядь! Надо до него добраться по-бырому. Он все, вот научился. Так, это никто не выстрелами относит от тебя. Гондон! Ну, ребят, скажу честно, Уолтер сильно напоминает Курта Кобейна. А, ну что-то есть такое, да, в нем. Мы же тут вдохновлялись. Кто там создатель-то на реже? Кто создатель Silent Hill-то, я забыл кто. Вдохновлялись вот как в... Я не буду спойлерить. Не спойлерим. Да. Вы все узнаете в свое время. Да-да-да. Настя, но уже поняла, о чем я. Да? Да. Ну вот еще серебряная пуля. Наверное, не уверен, но может быть. Видите, мы могли найти две серебряных пули. В одной местности. Видите, а как я... бывает интересно. Да, я как-то потому что находил всего... Две за всю игру, две серебряных пули. Ну, а их, по-моему, штуки 3-4. Короче, серебряная пуля очень полезная штука с них с... Ну, вы сами заметили, как с призраками она. Ну, отвечает. Да. Итак, 14 октября. Я действительно хорошо читал сегодня. Был счастлив в 21-й части, а схождение мать было тяжело. Я изучал фронтер археологи, но... Итак, 16 октября. Какие-то важные люди приходили сегодня. Один из них дал, кто-то врывается, не могу прочитать дальше. Отойдем и пойдем. Мы находим это колца правую ногу, левую ногу. Левую и правую тушь. Левую, левую. Оговорился немного. Левую ногу. И теперь мы толком, можно сказать, выполнили задание, которое нам предстояло пройти. Звуки такие появились. Я боюсь. Так, давайте-ка залезем в нашу хату. Выложим ненужное. Посмотрим, есть ли призраки у нас в квартире. Может, кто-нибудь у нас завелся? Кстати, ребят, я пробовал как-то химичить и ставить свечи на призраков. Ну, в обычном мире. Ну, как бы в альтернативном, как бы. Где мы бродим-то во сне. И на... монстров. На призраков действует неплохо. На монстров и на Уолтера не ставьте. Могу дать ответ. Монстров, которые, помните, рыгалки. Их потом еще будет много. Девушки эти, медсестры, типа.
которых Волтер починил. Ну вот, их 3 или 4 штуки у меня сдохло. Я поставил свечу, они все встали. Было Короче, неприкольно второй раз не их бить. воскрешайте их. Также на Волтера поставил, думал, он не воскресится. Так, сука, он наоборот воскресился. В общем, ребят, не ставьте на противников свечи. Да. Так, с призраков здесь, походу, дела нет. Никто нигде не завелся еще. Так, выложим ненужное. Давайте один фонарик уберем. Свечу тоже уберем. Да, пистолет. Ну ладно, пистолет тоже ладно, уберем. Чего он сейчас нам не нужен? Ну, недолго освободили место в инвентаре. Да. Сейчас можем лезть обратно. Да, потому что сейчас же нам надо идти все поставить. На место? Где должно быть, где положено? Где росло? Там. То есть а бежим? Я вручную пошел. Не, я вручную-то не буду ходить. Только да, вручную. Ты сразу забыл, что в нашем мире, в реальном, он не может бегать сразу. А, здесь тоже надо сесть, кстати. Как раз на тебя. Наконец-то выбрался наружу, но он все еще в той круглой камере. Надеюсь, завтра я буду читать хорошо. Ну, вот мы тут знаем про водную тюрьму, которую уже были. Да. Которую еще снова придем. Мы еще вернемся сюда. О, господи, опять этот хмырь. Дай мы просто пробежим от него. Так, сука, он здесь запилой этот. Он пытался меня запилить. Эйлин, блин. Да. Интересная тактика у Волтера. Запилить тебя. Ну, он, по идее, не должен меня убить. Как мы знаем. Но он может тебя покалечить. Да. Нет его задачи, по идее, нас убить. Сейчас. Давай, давай. Левую руку, левую ногу. Да. Зато мы можем спуститься вниз. Спуститься вниз по лестнице. Это алтарь. Да. Как мы знаем, это знак Silent Hill. Ну, не знак Silent Hill, знает культа. Солнце. Заперто. Очень вот. Заперто. Вот мы и прошли еще. Этот мерзкий дом желаний. Да, ну, песню вы еще полностью услышите во время детский... того, как... О, смотрите, смотрите, собачка. Нет, овечка. А там кто-то тоже за решеткой. Тоже какая-то кукла. Страшная. Да, неприятные фрагменты. Не иди так быстро. Ну не могу я тихо идти. Это как в реальности на стену я. Да. Если послушать быстрый ход, я за ней не успеваю. И тоже. Ну не иди ты быстро. Так, о-о-о, прямо здесь призрак. О, это придурок, который лезет. Он лезет теперь к нам в спальню. Какой развратник в спальню лезет? Так, слышь, Хандони, у меня нечем пока тебе. Сейчас я приду. Нет, он сейчас и там полезет ведь.
Ну, мы можем взять, у нас ящичек есть, мы можем взять то, что нужно. Да. Забуду, как нам люди. В прошлом примерный сынок. В будущем забулдыга. Вон, мега ханыга. На тебе. Ползи обратно. Неприятный парень. Стол обратно ползи. Так, сейчас ты говорила. Ты слышишь? Стол обратно здесь. Буду. Вот. Руки тоже убрал. Руки убери. Собственно, вот. Мы прошли еще один уровень. Да. А, я еще даже в окно не посмотрел. Может, что-нибудь в окне творится? Да, я посмотрю в окно. Там темно. Хотя нет. Не так уж темно. Да нет, темно, ночь полностью. Ой, блин, так классно, когда сбоку можно видеть, что сбоку творится. Ага. Ну, это видишь с глюком. Ну да, это с глюком, но это с глюком физики. Равно прикольно. Так мы вот так видели. Я вот эту дверь никогда красную не видел. Я тоже не видел никогда. Вход этот в гостиницу наш. Теперь мы все увидим. Как и разработчики все видели бы. Так, ничего, у нас больше тут никого нигде не видно. Ну ладно. Ну и на этом, ребята, сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 987. С вами был Нев. И Нессинал. Не забываем ставить его, подписываться на канал, дать ваши комментарии, нажимать на колокольчик, пока это новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте ПК59 и наши 90-е. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Чао. Let's rock.